В этом году культурно-просветительская акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Идею проведения экологического диктанта в нашем регионе активно поддерживают. В соответствии с решением нашего и федерального, также регионального и федерального оргкомитета экодиктанта, проведение такого мероприятия должно дать толчок развитию среди населения экологической культуры, повышению экологической грамотности. И, надеемся, это будет способствовать предотвращению экологических правонарушений. Проверить свои знания смогут школьники, студенты и даже их родители. Возрастных ограничений как таковых нет. А вот регистрироваться на сайте лучше заранее. Зарегистрироваться уже можно сегодня, потому что мы волнуемся, что вдруг будет перегружен сайт именно непосредственно в день прохождения. На сайте «Экодиктант» много видеоинструкций, экологические уроки с полезными познавательными материалами по вопросам раздельного сбора мусора, переработки отходов, охраны водных ресурсов, атмосферного воздуха. Помимо полученных знаний, каждого участника ждет приятный бонус – электронный сертификат о прохождении образовательной акции. Ксения Дегтярева, «События дня».